Здравствуйте. Это 357 выпуск студенческой эмиграции в Австралию. Посвящу действительности текущим вопросам. Может быть, немножко будет такие суховатые ответы, очень индивидуальные. Но с другой стороны, если это кому-то нужно, если это нужно нашим ребятам, значит, ответы должны быть. Алексей спрашивает, сколько будет стоить 10 месяцев учебы в Лойдсе на общем английском, то есть General English. Алексей, во-первых, если идет вопрос о 10 месяцах, постарайтесь все-таки сделать больше 10 месяцев, чуть-чуть. Потому что я понимаю, что вами движет условия, не получение условия No Further Stay, но в этом случае вы должны знать, что даже если ваш курс будет до года, то есть больше 10 месяцев, работники посольства имеют право по своему усмотрению поставить это условие. То есть более 10 месяцев это еще не панацея, хотя до 10 месяцев в действительности практически всем ставят. No Further Stay после 10 месяцев, ну, скажем так, только 20%. Вот. В данном случае я бы все-таки не рекомендовал вам брать только General English, как-то это выглядит не очень. Как я понимаю, у вас уровень Elementary Pre-Intermediate. Я так думаю, что за 44 недели вы можете поднять этот уровень до достаточно высокого. То есть, чем руководствуется департамент иммиграции и работники посольства? Они руководствуются тем, что в течение 10 недель вы поднимаете уровень своего языка на порядка полбалла по шкале IELTS. Соответственно, 44 недели мы будем рассчитывать где-то на 2-2,5 единицы. Если ваш уровень порядка 4, то значит вы достигнете уровня 6,5. При уровне 6,5 находиться на General English ну просто не имеет смысла. Таким образом, уже после 20 недель вы фактически переходите на такие уровни, как Advanced, как подготовка к IELTS или английский для академических целей. Поэтому вот я и рекомендую вам взять, по крайней мере, может быть, 24 недели общего английского, хотя даже это, на мой взгляд, многовато, и 20 недель, по 10 недель подготовки к IELTS, общий и академический. Вот. Цена у нас одинаковая, но просто, грубо говоря, чтобы забили себе такую возможность, потому что, ну, времена меняются, не знаю, но, по крайней мере, коль одна и та же цена, забивайте себе сразу 2-3-4 разных курса, а уже по мере учебы вы сами и ваш преподаватель, но в основном вы сами будете решать, стоит ли вам идти в ту группу или в другую. Валентина спрашивает, есть ли... А, да, кстати, Алексей, совсем даже забыл ответить, собственно говоря, на вопрос. 44 недели будут вам стоить $7200, если вы вечером будете учиться, $7200 tuition fee, то есть плата за обучение, $200 enrollment fee, то есть за зачисление, и порядка 400, может быть, 400 с маленьким хвостиком, надо посмотреть расценки страховой компании, столько вы заплатите за приблизительно 12 месяцев, собственно говоря, визы учебные в Австралию. Вот тут можете считать 7200, 200, 7400 и 47800, где-то вот то, что вам придется проплатить за свое обучение за эти 44 недели. А может быть, страховка будет 13 месяцев. Надо будет просто посмотреть. Валентина спрашивает, есть ли у вас программа иммиграции в Австралию для молодой семьи? Мне 28 лет, мужу 36. Ну, имеется в виду, что муж старше, то есть выходит за пределы, скажем так, молодая семья. Но дело в том, что сразу возникает несколько вопросов. Валентина, во-первых, спрашивать просто иммиграцию молодой семьи для образовательного, то есть у образовательного агента, это как-то некорректно и, ну, как бы бессмысленно. Я занимаюсь учебными
визами, то есть готовлю программы для того, чтобы люди учились в Австралии. Во-вторых, становится вопрос, откуда вы вообще взяли программу иммиграции молодой семьи? Такой программы попросту нет и не было в Австралии. Те, кто вам это говорили, и вы пытаетесь, как говорится, сравнить цены, эти люди попросту вас обманывают. Опять-таки, должен повторить, я понимаю, откуда, как говорится, этот вопрос возник. Те агентства кадровые или учебные, и так далее, ни учебными, ни кадровыми, собственно говоря, они не являются, а являются просто жуликами, прохвостами. Это люди, которые навязывают вам вопрос об иммиграции, хотя у вас с вашим возрастом как раз более подходящая просто учебная виза. Что будет потом, то будет потом. Вот, давайте это обсуждать. Но просто у вас учебная виза. Если же вы подпишете с этой компанией договоры, я знаю эту компанию, то вы, во-первых, им отдадите 6810 долларов, это раз. Вы можете считать, что эти деньги просто выкинуты на ветер, они пошли этим дельцам в карман. Вот. Во-вторых, они это предлагают и для Канады, и для США, и для чего угодно, хоть для Буркина-Фасо, если кто-то туда захочет уехать. Но это все жульничество, и вы можете просто забыть о своих деньгах, как только вы подпишете контракт. Но опять-таки, должен вас предупредить, что подписав контракт, вы подписываете себе, ну, не смертный переговор, но в визовом плане возможность, чтобы вас потом шантажировали. Потому что подписание такого договора, один из вариантов будет на английском языке, это то, что вы расписались по своему, кстати, незнанию, расписались в своих иммиграционных намерениях. Соответственно, этим вас будут шантажировать. Если вы будете пытаться подать иск, ну, о возврате этих денег, которые вы заплатите этой компании, соответственно, затем эта компания может просто отослать эти данные в департамент иммиграции, вы уже никогда не въедете в Австралию, потому что вы показали иммиграционные намерения. Это так вам, скажем так, к сведению. Вот. Так что никакой иммиграции в Австралию для молодой семьи нету. Другое дело, что, естественно, за то, что основной заявитель профессиональной иммиграции имеет больше баллов за возраст, соответственно, молодой семье или молодому человеку, молодой женщине легче въехать в Австралию. Но специальной программы нету, и те, которые говорят о такой программе, являются лжецами. Ну, для России это, скажем так, не ново, потому что Россия, в общем-то, современная Россия построена на лжи. К сожалению, это так. Поэтому вы, кстати, и ищете такую программу эмиграции в Австралию. Всегда помните о фильме про Буратино. Там хорошо описано, как нечистоплотные люди или животные домашние, дикие, то есть кот Базилио и лиса Алиса используют желание какого-то счастья, желание лучшей жизни, желание достатка деревянных таких вот людей и обманывает их. Эдуард спрашивает, можете ли выслать академический материал на испанском? Эдуард, ну, теоретически я могу выслать академический материал на любом языке. Естественно, это делаю на английском, потому что наша цель — это познакомить людей с английским языком, языком международного общения. Это познакомить людей с Австралией, познакомить людей с передовым научным материалом, академическим материалом для тех, кто хочет приехать сюда, в Австралию, на обучение. Смысл распространять материал на испанском языке, в общем-то, нет. Если бы, я не знаю, если бы была такая необходимость, там, в действительности человек
какой-то, ну, друг мой там и так далее, которому я могу посвятить несколько часов, чтобы собрать этот весь материал именно на испанском языке, я бы это сделал, но академическая рассылка имеет, преследует другие цели, поэтому делать на испанском мы ее не будем. Я хочу подготовить все документы, а уже потом получить приглашение, спрашивает Ольга. А Ольга, во-первых, это не получится, и не получится по двум, точнее, причинам. Первая причина, потому что я, в общем-то, даже не знаю, вы моя студентка, не моя студентка. Насколько я понимаю, вы едете на год английского и 3 года бакалавриата в Вильнюс Бизнес Колледже. Поэтому даже когда вы будете готовить 157-ю форму A, когда вы будете писать мотивационное письмо, во всем этом должен лежать какой-то резон. Вы не можете готовить документы вообще под студенческую визу. Есть конкретный курс, надо доказать, что этот курс вам нужен. Очень показательно вообще, как мы сейчас делаем документы для университета Центрального Квинсленда. В обязательном порядке отвечаются вопросы по темам, что и как, для чего вы едете, какая связь с предыдущей вашей историей, с будущей карьерой и так далее, и так далее. Практически то же самое и гораздо раньше мы начали делать для всех наших виз и для Вильнюс Бизнес Колледжа в том числе. Я думаю, что благодаря вот такой внятной позиции и колледжа, и иммиграционных властей, и посольства, и наших заявителей, меня, чем так, Вильнюс Бизнес Колледж сейчас достаточно хорошую репутацию имеет. Но просто готовить документы, а потом получать приглашение, это путь неправильный. Давайте мы по нему идти не будем. Виктор, если я приеду на пакет, а потом решу сменить провайдера, можно ли это сделать? Виктор, вообще, скажем так, такие вопросы решаются в индивидуальном порядке. В соответствии с требованиями департамента иммиграции, у вас затруднена смена провайдера университетского уровня. По крайней мере, университету или учебному заведению, которое дает высшее образование, дано право заставить вас учиться первые полгода, если вы едете на пакет, или даже если не едете на пакет, в любом случае. Но в основном мы можем такие вопросы решать в индивидуальном порядке. Теперь давайте посмотрим конкретно. В данном случае я, Виктор, не знаю вас и не знаю, на какой пакет вы собираетесь ехать. Но если предположить, что это будет пакет английского языка и бакалавриат бизнеса, если в течение года вы решите, что вы хотите и можете найти себя в обучении в Австралии на, допустим, мастерской программе университета, то в этом случае мы вас отпустим. У нас есть соглашение с департаментом иммиграции, лично с министром иммиграции Крисом Боуном, что Вильнюс Бизнес Колледж не будет препятствовать студентам после завершения года обучения языка, и если в действительности их уровень английского будет соответствовать университетскому уровню, если люди проявят себя, ну, с самой положительной стороны, как временные жители Австралии, мы не будем препятствовать, чтобы эти ребята ушли на, допустим, мастерскую программу в тот же самый университет Центрального Квинсленда. Проблема в том, что есть несколько человек уже, которые не уверены, нужна ли им, потянут ли они магистратуру или все-таки бакалавриат в бизнесе и бухгалтерии. Либо они смогут, как Олег Лукин, допустим, выдающийся, кстати, человек наш, студент в Брисбене, либо смогут уйти в информационные технологии, которые, естественно, очень популярны, но они
не всем даются вообще, IT не всем дается. Но если он дается, даже без предварительного образования люди могут магистратуру очень даже осилить. И вот есть такие люди, это информационные технологии, информационные системы, и мы не будем препятствовать, потому что это правильно, потому что люди уходят с повышением своего учебного уровня. То есть вы видите, есть уровень английского языка, есть уровень V572 виза, есть не университетское высшее образование, есть университетское высшее образование. И опять-таки в высшем образовании есть бакалавриат, магистратура, между ними или, скажем так, рядом с магистратурой стоит так называемый honors, потом стоит докторская, конечно, не колбаса, а диссертация. Поэтому надо смотреть на добрую волю того, кто вас, может быть, отпустит. Надо смотреть на ваши вообще возможности и на отношение к этому со стороны департамента иммиграции. Опять-таки, у нас есть свои договоренности с департаментом иммиграции. То есть, как бы, мы идем в духе того, что требует Майкл Найт. То есть, если студент чувствует, что он хочет идти на магистратуру университетского уровня, соответственно, ну, как бы больше поступления в бюджет, меньше такие люди, может быть, подрабатывают. И даже меньше такие люди остаются в Австралии, то есть у них как бы есть желание поехать в Россию, что, в принципе, спорно, есть оно или нет, но так считает департамент иммиграции, поэтому как бы это наш жест доброй воли. Мы лишаемся добровольно своей прибыли, отдавая людей в руки университетского сектора. Но это не значит, что другие вам это разрешат сделать. Поэтому смотрите сами, думайте сами. Сергей спрашивает, реально ли изучить английский за 2 года или это все трёп? Сергей, если учить язык, то его изучить за 2 года реально. Но его надо в действительности учить. Спрашивать такой вопрос, вопрос встречный. Вы пытались его учить в России? Если вы не пытались его учить в России, и это будет доказано, визу вам практически не получить. Предыдущая история ваших попыток изучения английского языка – это очень важный фактор. И это требует работники посольства. Во-вторых, хорошо, вот у нас на видео вы видели Екатерина, она сейчас приехала, поступает в Williams Business College. До этого учила английский, получила No Refuses Stay, вернулась домой, перепадалась, вот приехала сюда. Она начала с уровня beginner и закончила уровнем, я так думаю, ее где-то уровень порядка 6,5, вот так вот, то есть то, что требует наш колледж. Она это сделала за 1 год, при этом она не ограничивала себя в общении с русской общиной, поэтому давайте так, это сугубо индивидуально, раз, это зависит от того, желаете ли вы вообще его учить, и ответить на вопрос, сказать, да нет, ты выучишь все за год, за два, это неправильно, потому что вы мне потом сами учить не будете, а потом скажете, что это, так я вам обещал, а вы не выучили. Я знаю людей, которые здесь 30 лет, но так язык и не выучили вообще. Вот. Поэтому вот такой ответ на ваш вопрос. Ну, вот это был последний вопрос для этого выпуска. Большое спасибо.